Уважаемые подписчики, хотел бы порекомендовать вам канал моего белорусского коллеги Moto Special. Ссылка под видео. Тянет прилично, пульсар 200. Да и вообще как-то приятно по управлению. Блин, а вот это интересный такой аппарат. Он и бурчит так более или менее, как Wet Win. И тянет снизу прилично. Тот мне пока больше всех понравился. И у него такая посадка. Вполне себе чопперная. Чтобы у меня тут не мешали ехать с моей скоростью, было бы вообще отлично. И управлять можно очень быстро. В том плане, что там в пробках между рядов. Ну-ка, пару быстрых кругов на чоппере. Можно ли на боксере быстрый круг показать? Круговой. Боксеры, ой, тормоза, да, тут же барабаны,
Но боксеры, походу, они самым лохам дают, новичкам дают кататься. Потому что у него руль гнутый, я смотрю, колесо, мне кажется, как-то вилка гнутая тоже. Ну, круговых догоняю, конечно, легко все равно, даже на боксере. Я, конечно, понимаю, что тут не гонки. Как раз взял доминар и свободный круг. Свободная трасса, вернее. Попробую сейчас ускориться чутка. 400 кубов, один цилиндр. По идее, самое интересное из Баджажа. Смотрите, все мне выступают как специально прям. Конечно, то, что песок на трассе рассыпан, это... Походу, они в Баджаже хотят просто срубить денег с ездоков или со страховой. Ну, блин, ускорение-то приличное. Ускорение-то очень приличное на второй передаче. Тормоза, ничего. С цепухой ничего так работает. Коробка вроде тоже. Конечно, трудно понять, когда всегда на одной передаче ездишь, но... Тем не менее... Управляется легко довольно. Чем вот это отличается от простого их крузера, я не понял, честно говоря. Вроде объем тот же, движок тот же, по виду. Показалось, что тот как-то пободрее тянет обычный. Может, это потяжелее чуть-чуть. Что-то АВ-15, какой-то объем мощности у него, интересно. Что-то он не едет. Тут, наверное, 125. По-моему, они украли мотоцикл и уехали. Это был хитрый план. Сейчас буду быстрый круг показывать, попробую догнать чуваков на этом медленном аппарате. Просто идеальная траектория. Валентин Рося, свешиваясь до подножек. Естественно, не чиркаю ими, чиркаю только лошпеды.
Что я могу сказать? Хорошее мероприятие на самом деле. Чтобы поучаствовать, достаточно приехать. Вообще без записи можно приезжать. Паспорт, права. 2 минуты регистрация происходит. И, собственно говоря, бери любой мотоцикл, катайся сколько хочешь. Хочешь, весь день на нем катайся. Ну, пока тебе по башке не дадут другие участники. Ты можешь кататься. Типа быстро ездить можно, никто ничего не говорит. Только шлем требуется еще от тебя, ну и все, в общем-то. Хорошо организовано все. Единственное, конечно, вот песок на дороге, такое ощущение, как будто специально насыпан, потому что он четко прямо вот по трассе. Видите, а вокруг трассы его нету. Понятно, что это мотоцикл развезли, но можно было бы как-то убрать его, наверное. Так что, если интересует вас мотоцикл «Баджаж», перед покупкой обязательно посетите это мероприятие. Будете довольны, и как бы это очень полезно для вас будет. Попробовать разные их мотоциклы. Я так понимаю, у них здесь вся линейка представлена. Так, ну меня чувак, он сдерживает, блин, уже давно, уже и кругов 5, наверное, не могу его обогнать. Блин, ну напрямую он, конечно, открывает, но вот в поворотах, что-то он как-то не особо. Слава богу. Быстрый круг. Или нет? Ну, кстати, показательно, что мотоцикл вообще выдерживает такие мучения, потому что в этом режиме, это он постоянно, считай, температура там высокая у него по-любому. Потому что тут все на первой-второй передачах. Ускорение все в пол стараются делать в основном.